Как называются маленькие деньги, которые очень сильно боятся? Маленькие деньги, которые очень сильно боятся. Что почувствовал Волан-де-Морт, когда поджег Поттера? Запах? Горит! Почему охранники на рынке вежливы? Потому что они следят за базаром. Бля, вот это охуенно. Как называют недоношенного ребенка в Италии? Подожди, дай подумать. Альдента. Блядь. Если жена медик, а муж мент, кем будут их дети? Медикаментами. Как называется место на кладбище, где сидит охранник? Живой уголок. Да, неплохо. Почему людоеды не едят бабулек? Они во рту вяжут. В какую секцию нужно отдавать непослушных детей? Подожди. В багажную. Какие плюсы играть с бомжом в прятки? Он никогда не скажет, я в домике.